Далее мы что-то схватили и бьем через бед. И наша левая рука снова находится в груди. А с положения плие ногами мы уходим к тем, что мы подбиваем снова левую рукой нашу правую ногу. И она находится в положении 90 градусов. Затем мы опускаемся и меняем опору на правую ногу. Все вместе это выглядит так. 5, 6 и 7 и 8 и 1 и 2 и 3 и 4. Завершаем движение по тем, что мы бьем сверху и встаем на две ноги. То, что делают наши ноги. Мы поднимаем нашу левую пятку и бьем ее в пол, отталкивая правую ногу. 1, 2, 3. Мы разбираем партию солиста, и он самый первый делает 3 движения. Остальные последующие подстраиваются под него и делают меньше. Мы делаем 1, 2, 3. То, что делают наши руки. Согласование с ногами, мы делаем замахи руками. Маленький замах правой рукой и выбивающий левой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вместе с этим мы делаем это с ногами. 1, 2, 3. Все вместе. 5, 6 и 7 и 8. И 1, 2, 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и на 8. И мы опускаемся. На 8 у нас идет затяжка, последнее движение затяжное. И на И мы опускаемся и меняем опору на правую ногу. Еще раз все вместе. 5, 6 и 7 и 8. И 1, 2, 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8. И далее, то, что делают наши руки, левая рука бьет диагональ прямой ладонью. Потом бьет правая рука перед собой, заменяя левую. То есть мы делали 1. И как только мы подставляем правую, левая уходит обратно к бедру. Затем она снова выставляется, но мы немножко уходим корпусом назад, чтобы потом подтянуть себя наверх. То, что делают наши ноги, мы пододвигаем постепенно левую к правой, но не до конца. И так получается, что мы закончили 8. И именно делаем на 1, 2, и на 3 мы заводим наши руки за голову и при этом меняем положение к зрителю. А на 4 и мы опускаемся в плие в левую сторону и опускаем наши руки вместе с этим, выпрямляем максимально. Еще раз это выпускаем. Мы опустились на 8 и делаем 1, 2, 3, 4. Это проходное движение, поэтому у нас не будет заметно, как мы меняем. У нас нет точки, поэтому мы сразу опускаемся. Затем мы уходим с этого положения неким рывком. То есть у парней тут переостановка, и мы просто тянем себя и выходим в сторону. Далее мы пропускаем несколько счетов и возвращаемся на и 8. Мы опять стоим полубоком, опять разворачиваемся к зрителю и перекрестим, выкидываем руки вперед, а потом назад. Также наш корпус двигается вперед и назад. 1, 2. Затем мы проворачиваем наши руки и выставляем их перед собой, сжимая кулаки. А затем тянем себя, подтягиваем к левой ноге. Что мы получаем в итоге? Мы остановились и делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
То есть мы поднимаем себя через верх, разворачиваем наш корпус и нашу ногу. Далее мы садимся в плие. То есть как только мы себя развернули, мы сели и потянулись в левую сторону, вытягивая нашу левую руку. Затем мы точно так же подтягиваем левую ногу обратно, задвигая нашу левую руку, а потом выставляем правую открытой ладонью к зрителю. Что мы получаем? И 8, и раз, и 2, и 3, и 4, 5, и 6, и 7, и 8, и... Мы закончили на «и». Далее, то, что делают наши ноги, так как наша левая нога уже согнута, все, что нам нужно делать, это подмену ног. Мы делаем раз, два, три, четыре. То, что делают наши руки. Они снова сводятся к нашим плечам, потом снова разводятся, потом мы опускаем их вниз перед собой в перекрестие, а затем раскрываем. И то это получается 8 «и», раз «и», два «и». Далее мы распрыгиваемся. Вместе с этим идут и наши руки. Они были в открытом положении. Далее идет замах, и как только мы приземляемся, мы бьем кулаками вниз, и другая рука покоится на плече. То есть мы сделали 8 «и», раз «и», два «и», три «и», четыре. Чтобы вы понимали движение, как только мы ударили, затем мы снова раскрываем наши руки и снова их сводим. Такое положение, словно мы что-то держим. Как только мы раскрываем, наши ноги не задействованы, но затем мы подтаскиваем правую ногу к левой. Завершается это движение тем, что мы снова разворачиваем свой корпус в сторону. Далее завершается свяжка тем, что мы пропускаем несколько шагов, а затем действуют наши руки. Мы делаем раз, два. Тем самым мы разворачиваем свой корпус и чуть-чуть отодвигаемся назад. То есть плавно делают раз, два. Тем временем голова смотрела вниз, и завершающее движение она поднимается. Все это будет выглядеть так. Мы сделали и 8, и раз, и 2, и 3, и 4, 5, и 6, и 7, и 8, и... Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и. От начала до конца все связано. Пять, шесть, и семь, и восемь, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, и два, и три, и четыре, и 5, и 6, и 7, и 8, и 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Ha ha!